И прощаясь, скажу еще. Самые неожиданные переживания и мысли посещали меня в космосе. Не знаю, чем это объяснить. Всякий раз, глядя из космоса на Землю в поволоке облаков, думал я восхищенно. Боже, какое великое творение Земля! Ведь и Солнце, наверное, существует ради Земли, населенной людьми. А иначе к чему все это? Мир надобен человеку. Оттого он и есть, чтобы человек его осознал. Оттого он и существует. А иначе к чему вся эта галактика? Какой смысл? Да и сам Бог. Он надобен человеку. Оттого он и Бог. Оттого он и есть. Но заслуживает ли человек этих мировых начал? Этого грандиозного мироустройства? Вот загадка Вселенной. Ну, мне пора. Осталось совсем немного. Скоро я выброшусь, выпрыгну из станции в открытое пространство космоса, далеко от Земли, очень далеко, и смолкну. Простите меня.